В мероприятии активно участвуют и мажилисмены. Депутат Ельнур Бесинбаев воспользовался правом голоса на 161-м участке в столичной школе номер 66 и отметил важность референдума. По его словам, такие социально значимые вопросы необходимо, чтобы решал вопрос народ. Важно то, что любые такие социально значимые общественные вопросы именно с подачи главы государства выносится на всеобщий общенародный референдум. Это очень важно.